Добрий вечір, в ефірі 35-го телевізійного каналу. Як завжди, у цей час програма «Добрий вечір». У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. І сьогодні це Сергій Ян, ультрамарафонець. Добрий вечір. Добрий вечір. Отже, Сергій, власне, ви у нас сьогодні не випадковий гість. Миколаївці, які цікавляться за бігами на довгі дистанції, ну, як мінімум у вашому Фейсбуці, бачать анонси спеціального старту, який має відбутися ближчої неділі на центральному міському стадіоні. Ну, власне, ми також плануємо про це поговорити, але почнемо з погоди. Ви бачили прогноз погоди на неділю? Так, да, я бачив. Там снігопади і мороз. Старт буде? Обов'язково. Ми бігаємо в будь-яку погоду. Ми тренуємося в будь-яку погоду, і старт у нас в будь-яку погоду проходить. Добре, тоді давайте проанонсуємо, що це буде за старт. І, власне, ну, напевно, закличемо сміливих миколаївців. Власне, що це буде за старт? Це буде два роки бігу, називається марафон. Моєї напарниці, моєї однокубниці Валентини Ковальської буде два роки, як вона почала свою бігову кар'єру. То есть ей сейчас тоже, как бы, она не молодая девочка, и занимается два года всего лишь бегом и стала чемпионкой Украины по суточному бегу. По суточному бегу? Да. Она сейчас действующий чемпион. Угу. А вы? Нет. Я занимал пятое место, по-моему. Валентина Ковальська. Ну, власне, і ви, і Валентина Ковальська, це не професійні. Ми два года занимаемся только бегом вообще. Из своей жизни. Сколько людей подтвердило участь в этом забеге? Уже мы не делали никаких, то есть карт, заполнений, что-то еще. Мы... То есть, власне, кто прийде? Да, кто придет. В любом случае, наши однокубники нас поддержат. Это в Николаеве порядка там, 15 человек. Поэтому все придут, поддержат, кто сможет. Яка дистанция? 42-195. Марафон. Полный марафон. Ну, я не знаю. Власне, ми чекаємо сніг і мороз. Ми бачимо, що ви розумієте, що, який буде прогноз. Гостей чекаєте. Такий забіг, от в таку погоду, він потребує якоїсь спеціальної підготовки? Взагалі, так, звісно. В будь-якому випадку потрібно бігати завжди. Якщо ви бігаєте, наприклад, то ми бігаємо в будь-яку погоду і завжди дощ, грязь, то есть... Нас ничто не останавливает, потому что ты, когда приезжаешь на старт, непонятно, какая будет погода. Поэтому нужно заниматься всегда. Также мы, я купаюсь, например, в роднике, закаливаюсь для этого, чтобы был сильный иммунитет, питание. Старт от в таку погоду, яку нам прогнозують на неділю, він потребує якогось спеціального одягу чи якогось спеціального взуття? На каждую погоду есть своя экипировка. То есть это может быть два слоя, может быть три слоя надо одевать, может быть нужно одеть ветровку от ветра, штаны соответственно. Но, например, я бегаю зимой в шортах и футболке бывает на стартах. Чи може от просто людина, от зараз нас миколаївці подивляться, і ми їх так точно називається, змотивуємо, і хтось прийде просто, в принципі, без підготовки. Чи може така людина побігти з вами? І чи не закінчиться це для неї якось не досить добре? Ми робимо кожне воскресіння забіги, найвкусніші забіги в Ірнаніково називаються. Ми бігаємо там час. И к нам приходят люди абсолютно разные, и с лишним весом, и неподготовленные, только с дивана, можно так сказать, да? Мы объясняем, как можно начать бегать, и они начинают бегать. И они, пробегая час, говорят, а мы можем еще бегать. Люди удивляются, как они бегают час. Это на стадионе. Без подготовки практически. Это на стадионе происходит. Это мы делаем в парке Победы, по аллее. Чему самые вкусные? Мы так назвали, начали мы их делать летом. Мы собираем по 50 гривен сборы и покупаем фрукты на них. После того, как мы бегаем, мы общаемся, кушаем фрукты на пляже и разговариваем по поводу бега, питания, кого что интересует. Слушайте, ну я, в принципе, достаточно доросла людина и, в принципе, с досвідом певних фізичних активностей. Я не вірю, що можна так ось просто прийти і годину бігати. Ми вас тоді ждемо.
принципі, я так звернув увагу, що з вашим іменем безпосередньо в Миколаєві, ну так чи інакше, пов'язані не просто забіги, або забіги на великі дистанції. Ну, є якісь родзинки. Ну, от ви згадали смачні забіги. Був забіг навколо Миколаєва. Був забіг з голим торсом до Дня Святого Валентина. Зовсім недавно, було 10 годин, забіг на біговій доріжці. Де знаходите ідеї до цього всього? А они сами приходят. Ты когда бежишь очень долго, у тебя очень много времени пообщаться с собой, придумать какую-то идею, развить ее и понять, что делать. Сколько вам років? 39. Як ви, власне, прийшли до такого життя? Занимался разными сферами раньше, но в определенный момент мне было больше 90 килограмм уже, и мне было тяжело двигаться, в принципе, с таким весом уже. А зараз скільки, я перепрошу? 72. Мне было уже тяжелее двигаться, соответственно, заниматься с ребенком, у меня маленький ребенок. И в одно время я решил, как, в принципе, меня ребенок и мотивировал к этому. Я выходил, как нормальный человек, с пивом и сигаретой в определенный момент, с балкона, и мне ребенок засказал: я хочу, папа, с тобой прожить долго и счастливо, а ты рассказывал, что сигареты и пиво убивают нас. Поэтому я хотел бы, чтобы ты это бросил все. Сколько тогда было вашему сыну? 5 лет. И он прям такими словами и сказал? Да, мне так и сказал, да. И далее? И дальше я сразу пообещал ему, что я все брошу и начну, и начал заниматься собой. А тут приехал брат в Украину и говорит: попробуй бегать. Нормально, помогает. Он уже 3 года бегал до этого. И говорит: мне помогает, хорошо, классно себя чувствую, похудел. Бросил вредные привычки. И все, с того момента я бросил вредные привычки, это сентябрь 2016 года. И начал заниматься постоянно бегом. Трошки більше 2 років тому, да? Да. Можливо, ваш досвід, і, власне, як ви розкажете зараз, як це все відбувалося, можливо, буде комусь те, що називається корисним. Ну от ви стояли з пивом і цигаркою. І у вас було 90 кілограмів, тобто на 18 кілограмів більше, ніж зараз. Ви одягли кеди і вийшли зразу? Чи як це, в принципі, відбувається далі? Брат мені сказав: попробуй. Я говорю: хорошо, давай я попробую. І ми місяць з ним вийшли на пробіжку. Я пробіжав 1,5 кілометра, упав і сказав, що я більше бігати не буду. Но тим не мені, я якби собрав силу волі, як своя говориться, і почав бігати. Бігати почти кожен день. По чуть-чуть, по 1,5 кілометра, потом через месяц это было уже там 3 кілометра, потом 5 кілометрів, и я дошел так до 10 кілометрів и так далее. Потихоньку наращивал дистанции. А вот это вот так далее, вот, ну, власне, ну, нормально, бігаєш там 5, навіть 10 кілометрів, ну, це нормально. Можна далі уже не піднімати планку. Що стало поштовхом, щоб рухатися далі? Я почитал книжки, во-первых, про ультрамарафонцев. Например, есть книга Олега Лебедева «3100 миль». Это самый длинный марафон, который организовал Шечин Мой в Нью-Йорке, 5000 километров. То есть люди бегут 50 дней по 100 километров каждый день. И я понял, что человеческий организм, он настолько неизведан, и у него в нем есть такой огромный потенциал, что мне очень захотелось попробовать это все. И я начал готовиться именно под ультрамарафоны, под длинные дистанции. Я никогда не рассматривал полумарафоны и марафоны как дистанцию. Я их попробовал пробежать один раз, а потом я уже тренировался всегда на более длинной дистанции. Потому что у меня марафоны каждую неделю происходят. То есть марафон, ультрамарафон. Когда у меня предтренировочные за 2 месяца до забегов суточных, у меня по 600 километров где-то в месяц пробег. Ну, я не знаю. От, ну, в принципі, якби ми не бачили просто те, що ви це дійсно робите, ну, я б, наприклад, це не повірив. Є страва, де всі чути мої. Ну, я не знаю, як на це реагує організм, як на це реагують, там, я не знаю, там, зв'язки. Я можу сказати так, що я себе краще ще не чувствовал в своїй житті ніколи. Лучше, ніж зараз. Во-первых, це і фізично, і психологічно, морально. Бігаєте кожного дня? Яка дистанція щоденна? Тобто тренування, я не знаю, там, зарядка. Для вас зарядка що? Я, наприклад, ну, у мене середня виходить десь по 10 км в день. Це середня. Перший рік, коли я бігав, я пробіжав 4000 км з лишнім. Це 10 км кожен день.
Ну, я не знаю, все одно якось, все одно, як же потрібно відновлюватися після таких стартів, все одно там може бути відчуття перетренованості і можливі травми. Еще у меня за этот период не было ни одной травмы, ни одного мозоля даже не было. Ни одного сбитого ногтя, ничего. Абсолютно. Ну, можливо, це тоді генетика якимось чином працює? Может быть, конечно, но здесь как? Здесь нужно не бояться это делать, во-первых. Во-вторых, понимать, как это можно сделать. Понимать, на каком пульсе бегать. Здесь много очень нюансов. Питание, опять же, это очень сильно влияет на восстановление. И процедуры все, которые нужно сделать. Разминки, заминки. То есть, если все это не спускать, так, да ладно, я завтра сделаю. Тогда все будет хорошо. Ну и я так розумію, что все одно цьому десь потрібно навчитися. Да. Де вчилися ви? Я много читал. Кто был вашим тренером? Я много читал, я сам научился, я много читал, много консультировался, общался с какими-то ребятами более опытными. И составил свое какое-то представление о тренировках. И сейчас вот многих людей подготовил, пробежали там полумарафоны, марафоны свои. Как бы все в кайф, без травм. А харчування, як ви харчуєтесь? Я на растительном питании полностью. То есть летом это сыроедение, а зимой это веганство. То есть, ну, полностью растительное, без животного. Не можу не запитати, це дорого? Нет. Это все так думают, почему-то это дорого. Ну, на самом деле, это намного дешевле, чем на обычной системе питания. А коли ви перейшли на таку систему харчування? 2 года назад. Чи не було це шоком для організму? Чи не було це взагалі психологічним шоком? Чи не було це психологічним шоком? Я вам расскажу, как людина это привыкла, произошло. Людина звикла їсти там м'ясо. Я всю жизнь так же питался. Да, и потом в якийсь момент просто морковка сыра, да? Ну, не просто, 2000 наименований растительной пищи, поэтому это больше разнообразия, чем в мясе, предположим, или в молочных продуктах тех же. Произошло это как? Я увеличивал дистанцию, и у меня дошло до 10 километров. И когда вот у меня стало 10 километров, я начал бегать каждый день, у меня организм сам отказался от мяса. Он сказал, ты не можешь больше просто есть. Ну, не лезет мне и все. И я же сам в шоке, я умру без мяса, ну, как обычные люди, все, я всю жизнь питался так же. И начал изучать этот вопрос, как бы, как люди без мяса. И заметил такую закономерность какую-то, что многие ультрамарафонцы, триатлеты, люди с циклическими видами спорта на выносливость, одни из лучших в мире, они все либо фруктоеды, либо сыроеды, ну тоже на растительное питание. И я начал понимать, что ну, если они самые сильные и на таком питании, значит так можно жить нормально и показывать какие-то очень интересные результаты в спорте. Я начал пробовать. Я попробовал вегетарианство, ну это очень быстро происходило, то есть 1 месяц, наверное. Потом веганство, и летом я ушел в сыроедение 2017 года. Даже на фруктоедение я ушел сразу. То есть я ел одни фрукты летом. Для цього достатньо. Да. Ну, не можна запитати, як ваші близькі, власне, поставилися до такої кардинальної зміни життя. Вначале они не поняли вообще, что происходит. То есть они думали, что я в секте какой-то или еще что-то. Но теперь, как бы, в многих моментах я консультирую их, они интересуются, почему. То есть, ну, если мне раньше можно было задать вопрос, что ты больной, то сейчас как-то сказать человеку, который бегает сутками, тяжело, что он больной. Поэтому, я думаю, эта система питания, она работает. Хорошо, бачимо, що залучаєте до бігу сина. Да. Як дитина сприймає цю історію? Он долго смотрел на это все. Но сейчас вот происходил у нас полумарафон в городе Николаеве. И после этого он сказал, папа, подготовь меня к 10 километров. Я хочу пробежать 10 километров. Угу. И мы начали готовиться. Сейчас я снимаю блог, видеоблог с ним. Уже 9-я пробежка, по-моему, была. По 5 километров мы бегаем. То есть он научился бегать 5 километров. И ему доставляет только удовольствие, он вообще не устает даже. То есть я ему объяснил, и на удивление ребенок это понял, как можно так делать. Ну я не можу не запитати, мама як до цього ставиться, хлопчика, тобто ваша дружина? Да нормально ставится. Вона з вами ще не бігає? Ну это лучше, чем сидеть за компьютером или с телефоном в руках на диване. Это в любом случае. Нет, мама не бегает.
пока не бігає. Ну, вона займається йогою, то є з другими ділами. А син також не вживає тваринної їжі? Да. Ну, тут я вже не можу не запитати, коли ви відмовилися від, наприклад, м'яса, це було ваше особисте рішення, а в даному у нього іноді є яйця, іноді щось із йогуртів. Тобто, ну, так, щоб іменно конкретне м'ясо він не їсть. Ну, також не можу не запитати. В принципі, наскільки це здорово для дитячого організму, який росте і має отримувати там певну кількість білків, кальцію, ну, ще таких речей. Якщо ми углубимся в этот вопрос и начнем понимать, что такое кальций, где мы его берем, и все остальные микроэлементы, и то, что нам надо, то мы поймем, что это не только в мясе это есть. Поэтому растительной пищей можно полностью заменить все, что касаемо животного мира. Хто ви в повсякденному житті? Ми ж розуміємо, що крім того, що є таке цікаве хобі, яке наповнює життя, ну ще потрібно сім'ю якимось чином утримувати. Я раніше займався бізнесом, і зараз у мене музикальна студія, я займаюся музикою. Музика і тренерство. Коучинг. Добре, давайте ще трошки про особливості забігів на дальній відстані. Ну, навіть, от, власне, наша телекомпанія підтримувала цю історію, коли ви бігли 10 годин. Да. Ми показували, що ви їли під час цього забігу, да, для того, щоб підтримати сили. І я вважаю, що це нормально, в принципі. Як це, в принципі, все організовано? От людина, наприклад, зараз нас подивиться і вирішить, що хоче долучитися до цієї всієї історії. Ви берете з собою рюкзачок на пробіжку, то як це, да, в принципі, працює? Якщо я бігу длинні дистанції, ви маєте в виду где-то? Да, да, да. Я бігу з рюкзаком, да. У нас тренировки по 50 км, 60 км, різні є, по 40 км, по 30. Ми беремо рюкзаки і біжимо за город, по городу, по стадіону, по алейкам. Вот мы делали даже забег 12 часов в Парке Победы, 380 метров аллея. То есть там тоже. Ставили столик с питанием и бегали, питались. Если где-то далеко убегаем, то с рюкзаками. Вода все несем на себе. Вода потребна в таких забегах? Обязательно, обязательно. Ну вот, например, я бежал, сейчас дату не вспомню, в Одессу 115 километров. 12 часов 20 минут. Каждые 40 километров у меня было где пополнить водой. Я бежал на 1 литре воды 40 километров и практически без питания. Ну, там печенье какие-то были такие, батончики, бананы. Все одно, напевно, у нас таке якесь, ну як це, лінійне таке сприйняття життя. На самом деле, просто, как сказать, если организм приучить бегать без ничего, он будет бегать без ничего практически. То есть ему очень мало нужно для того, чтобы двигаться. Но, опять же, двигаться на низком пульсе, то есть это не на высоком пульсе. Если бежать быстро, да, конечно, это нужно и питание, и спортпит может подключать, и изотоники, и все остальное. Если бежать в низком пульсе, можно бежать очень долго. Ну, я правильно разумею, это означает, вы сейчас звертаете увагу на пульс? Обязательно. Тобто, у нас... тобто на швидкість, на час вы дистанцию не долаете? Нет. Тобто вас цікавить сама дистанция? Мы бегаем для здоровья. Даже такие большие дистанции мы все равно бегаем для своего здоровья. То есть развивать свои ограничения какие-то, то есть работаем с внутренним потенциалом больше. Потому что это не скоростные работы. На скоростных работах, да, ты сделал работу очень быстро, все, пошел отдыхать. Устал, пошел отдыхать. А здесь ты монотонно, очень долго бежишь и разговариваешь с самим собой очень много. Поэтому здесь больше как медитативный бег. Это заходишь в медитацию определенную и бежишь. Тому що якщо ти не будеш заходити в медитацію, то ти не зможеш пробіжати стільки. Ну, це існує якісь спеціальні практики для того, щоб... Чи це воно просто біжиш і приходить само? Воно приходить само собою, так. Да. Наскільки це поширено в Миколаєві? Наскільки це все поширено в Україні? Ну і, в принципі, в світі? В мірі дуже багато, кстати, забігів відбувається суточних, якщо ми беремо. Но в Україні відбувається тільки 12 часов в сутки і 24 часа. А, і 48 часов. 48 часов. Ну, я маю на увазі, що настільки багато людей, власне. На старт, наприклад, виходило 50 чоловік всього лише. Тобто на суточний біг виходить 50 чоловік. Це, причому, і за границі теж люди приїжджають. Там чоловік 5-6. Поэтому это не олимпийский вид спорта, это не массовый вид спорта. Но каждый человек, которого там взять, это какая-то легендарная личность на самом деле. И о них мало вообще кто знает.
Ну, потому что... Ну да, звичайно, ви живете серед нас. Не распіарений. Ви живете серед нас, і от я з вами зараз спілкуюся, і в мене досить великий досвід спілкування з людьми, повірте мені. І я зараз слухаю вас і дивуюся, як це взагалі може працювати. Это нужно захотеть очень сильно. Если есть сильное желание, то это все можно сделать. И правильный подход. Ну, я не знаю, навіть перед першим таким стартом, ну, таким от реально, ну, нема ніякого там, не було такого якогось внутрішнього, я не знаю, там, мандражу. Не страшно в кінці кінців виходити на такий старт? Нет, мы готовимся к этому. Потому что все происходит на тренировках. На старте уже все равно, что будет. Добежишь ты или не добежишь. Ну, не сможешь добежать, сойдешь с трассы, все. Это не страшно, ничего. Абсолютно. Самое же интересное происходит в момент подготовки. У нас просто люди, хоть все стремятся на какие-то соревнования, что-то добиться. А мы как бы получаем удовольствие от процесса самого, от процесса подготовки. А старт это как такой бонус интересный просто. Интересное приключение, увидеться с друзьями больше. Ну, справа в тому, от, наприклад, коли у вас був 10-годинний забіг, ну, я так зрозумів, що ви ж намагалися офіційно, те, що називається, зареєструвати цей забіг і результат, який ви показали. Да, ну, ми здесь не біжали на результат. Ми біжали, у нас результат був 10 часов. В принципі, я і подавав заявку на самий длинний біг на білій дорожці. Не кілометраж, а біг, ну, время. Тобто 10 часов я пробіжав. Я могу і більше пробіжати, якщо треба. Ну, просто... Ну, в принципі, наскільки дорого харчуватись, так як ви харчуєтесь, ми це проговорили. А наскільки, в принципі, це все дорого? Ну, я можу сказати так, якщо я раніше тратив... Процентом соотношення – це 15% із 100. Я трачу зараз на питання. Раніше, якщо я правильно тратив... Я маю на увазі не тільки харчування, я маю на увазі одяг, взуття, ну, я не знаю, там, можливо, ну, якась фармакологія, якщо вона потрібна. Ну, я не использую фармакологію, поэтому я не скажу вам по этому поводу. И спортпит я тоже не использую. Я все на натуральных продуктах, как бы это происходит у меня. И у меня это как-то происходит, ну, как бы бананы, апельсины, но это недорого. Это очень недорого, потому что если покупать ели, да, они дорогие, там один ель стоит по 30-40-50 рублей. Вот, за 30-40-50 рублей я могу пробежать, я не знаю, 100 километров, может, за эти же деньги, за один гель, купить себе несколько там батончиков и бананов. Ну, добре. Значить, якщо, можливо, у когось з наших глядачів виникло бажання подивитися, як це працює в реальному житті. Є можливість ще раз запросити миколаївців долучитися, або як мінімум виступити в якості глядачів, уже ближчої неділі, 2 грудня, так? Да. Оскільки потрібно приходити на центральний міський стадіон? В 9 утра ми стартуємо, біжимо около, ну, до 5 часов. Ну, 5 часов я имею в виду. До 2. Вот в любой момент можно прийти, пробежаться на любую дистанцию удобную, сколько сможешь или сколько хочешь, и пообщаться, задать вопросы, как начать бегать, как бегать, экипировка, дыхание, питание. Ну, мы общаемся много про питание, просто вот, когда мы бегаем, у нас основная тема это питание, потому что это как бы основное, ну, энергия, основное, что нужно для человека вообще в принципе, чтобы нормально существовать, получать енергію і как бы, бути виносливим. Добре, підводячи підсумок розмови, ну, можливо, ще є якийсь меседж, якесь спеціальне послання, яке, не знаю, можливо, змотивувати когось із наших глядачів до того, щоб залучатися до такого цікавого, ну, хобі. Здесь в будь-якому випадку, так, да, ми пропагандируємо біг на длинні дистанції, але потрібно розуміти, що потрібно звернутися к человеку, который уже прошел этот путь, как минимум, и взять консультацию, по крайней мере, хотя бы один раз, два раза. Вот я, например, тренирую людей, 2 тренировки сделал, а потом онлайн они все, то есть обращаются ко мне, и все. То есть мы больше так не встречаемся особо. Ну, либо на каком-то старте. Ну, я, коли говорю про спеціальне послання, то чому потрібно на це тратити час, сили? Смотрите, бег он в любом случае это кардио нагрузка, и он тренирует самую основную мышцу нашу, это сердце. Также это как бонус, это и похудение, и нормальное самочувствие.
нормальная очищенная лимфа и все, что с этим связано со здоровьем. То есть это нормальный, здоровый организм. То есть поэтому не бегать, я не представляю уже себе этот момент, как я могу теперь не бегать. Я когда не бегаю, например, по один день, я уже себя плохо чувствую даже. И ты когда бегаешь, ты ощущаешь такую свободу, ты можешь по-честному пообщаться с собой, ты можешь встретить очень интересных людей, на интересные старты поехать, пообщаться со всеми, увидеть, какие люди бывают позитивные, яркие, энергичные, узнать много про здоровье питания, про здоровый образ жизни. То есть одни положительные моменты, здесь минусов нет просто. Добре. Ну що ж, будемо, напевно, долучатися, як мінімум, до підтримки. Сергій Ян, ультрамарафонець, був сьогоднішнім гостем та відповідав на наше питання. Дякую, все найкраще, успіхів вам. Спасибо большое. До побачення.